Всем здравствуйте. В общем, с рыбалкой мы закончили, да, Шорох? Начали прогулки в лес. То есть тетерка вылетела то ли отсюда, то ли, скорее всего, с куста откуда-то вроде шумела она. Мне ее не видно было. Грета прибежала, Грета оттуда бежала. Шорох на шум побежал. До куста добежал, стоял. Потом вот они, ну это старенько вроде выглядит. Помет. И вот где-то там под кустом они еще нюхались. Стою, жду, чтобы побегали, понюхались. Ну, перезарядился я на помельче дробь. Перед этим Грета убегала куда-то, долго не было, наверное, минут 20 ее. Шорохом вдвоем шли. Тетерка слетала. И потом десяток летело так вот стороной. Березы сели далеко. Даже смысла, думаю, нету подходить. Перезарядился, думал, налетят. И вот сейчас нет, довольно близко шумело. Летело под ветром и шли. Может быть, еще что-нибудь есть тут в кустах в болоте. Зайца поднимали, далековато, но я все равно его напугать, чтобы два раза стрельнул, ни одной кровинки, как обычно это бывает. Ну как обычно, иногда. Сейчас идем дальше. Маршрут у нас сегодня большой запланирован. Как получится. Шорох уже вроде наохотился. Говорит, пошли домой. У меня пока еще вроде желание и силы есть идти. Но неудобно по таким кочкам ходить уже, да? Хоть снега и немного. Ну, кого она? Ну, в общем, ладно, пошли мы дальше. Туда, потом на круг завернем. Вот заячий ночной следок есть под утро, которые следы хорошо видно. Вчера день, и немного ночи снег шел. Может быть, сейчас где выскочит. Да, Шорох, что скажешь? Заячий. Ну ладно, снега больше, чем Шорох, да, Шорох? Ха-ха, морда. Не уйти, не видно ничего, да? Слева бегает. Аля, пошли, аля. Нет, говорит, иди топчи тропу. Нафига я сюда залез? Тут нету ничего. Тут то, что не уйти. Ладно, идем дальше. А как? Ну, ну никак. Никак нам этого зверя отсюда, наверное, не взять. Грета, у тебя-то какой тут зверь? Эх, не знаю, в общем, мы куда-то копаем. И никак добраться не можем. Изначально начинала тут копать. Я тут никакой особо даже норы не нашел. Потом вот там начала окошечко копать, туда. Вот это закопало. Вот сейчас опять начала туда. В общем, вот так вот туда идет центр, это бугор. Вот куда-то влево сейчас еще идет. Непонятно, в общем. Лает, не лает. Так. Ну что, Грета, есть там кто? Копаем, главное, час, наверное.
Так, ну ладно. Не, ну и что, мы зря час тратили с лишним. Шорох. Грета подбежала к норе сейчас туда. Понюхалась. Так, ладно, пока она сейчас мне дает, еще продолблю туда. Ну чё, Грета там? А, есть кто? Эх, у нас погодка портится, метель опять начинается. Ну чё? Всё, давай, отходи. В общем, приняли мы решение бросить это гиблое дело, пойти домой. То, что бугор... Туда метров 20, туда метров 40. Разрыт весь, наверное, скорее всего, норами андаторскими. То, что вот сюда идет от норок, вот до сюда точно палочка доходит. Туда, который, говорят, роет, он вроде как тупиковый, еще может сантиметров 30. Сюда вниз рыло. Вот этой протыкаю, там как мяша. В общем, не понять. И Грета стала больше уже убегать. Как бы интерес потеряла. Вдоль берега бегает возле каждого куста. Так что может быть зверь где угодно здесь. Не обязательно именно здесь где-то, да, Шорох? Этот хоть маленько успевает порыть, когда Грета уходит. Он подбегает. Ну вот сейчас она, вон там, там тоже норы андаторские. Блин, метет. Ладно, пойдем. Может, какого другого зверя успеем следы найти, если не задуло. Вот и дерева. Теле. Грета их отсюда откуда-то с молодняка вышвырнула. Они как-то так боком-боком. Думаю, навернут по ветру. А они никого, полетели в другую сторону. Вот так вот. Погода вообще, блин, какашка. Правая сторона бороды у меня уже замерзла. Сейчас поверну вообще на ветер домой. А за этим лесом туда. 7 километров примерно нам, да, Шорох, осталось до дома. Ну ладно, идем. Васька, да? Скажи, зачем ты этих дурачков из леса привел? Ну что, что? Васька-то тебя не боится? Да, Васька? Ой, Васька. Тебя надо на охоту брать. Ого, вепрь. Вепрь мой. И Грета, да, Грета? Все, в общем, никого мы не взяли, зверя нет. Все, Шорох, пошли на место. Ну, в общем, все, мы с вороном готовы выезжать. Метет, блин. Куда-то по ветру мы поедем. Обратно. Обратно неприятно, да, ворон? Ну, зато хоть в удовольствие сейчас он набегается. В общем, все, перехожу, наверное, на конный вид транспорта. Буду собак приучать под него. Ну, погнали мы. Надо именно сегодня нам в одно место попасть, да? Да, ворон говорит. Приехали, в общем, с вороном мы домой.
обернулись мы, не знаю, часа за 2.5, наверное. Метель так и идет, чуть-чуть вроде стихает, потом опять начинается. Следов наших обратно вообще не видать. Обратно быстро поскакали, куда долго скакали. Пешком мне с одной стороны 3 часа примерно времени уходит на уровень. Я сейчас обратно, не знаю, минут за 35, наверное, 40 поскакал, и то так неспешно, чтобы уж совсем насквозь он не промок у меня. Местами уже в камышах. Вот так вот ему почти по живот надуто. Это в районе метра на дымы. Вот так вот. В общем, привезли мы, зачем ездили. Все я вам не расскажу, не покажу. Как обычно, находки. А что там смотреть, находки как находки. Когда-нибудь расскажу. В конце сезона. Кто видео-то смотрит, тот знает, что я много чего нахожу. Это сейчас начну опять ссылаться на то, что это все мое. Да? Да, вон. Ну ладно, всем пока. Начинаем поездки мы на Вороне, в общем. Хватит ходить пешком. Че там, никого? Нет хвоста за нами, пока следы до конца не задуло. УАЗиками изъезжено, кстати, кто-то тоже в метель в такую ездит. Ну ладно.